попробуем протестировать, наверное, один из самых спорных продуктов на рынке. Это Taman M2, это пулевой пистолет, который питается от магазина, PSP-шный. Также можно стрелять и из баллонов. Закачан он до максимума, до 21 PSI, как я понимаю, судя по датчику. Вполне приличная скорость. Стрелял где-то на 5, скорость была 150. То есть все-таки количество воздуха в пистолете будет влиять на мощность выстрела. 250 метров, достойная скорость. Следующий тест. Стреляем в икеевский деревянный щит. Икеевский, сосновый, абсолютно сухой. Толщина, по-моему, 15 мм, если не ошибаюсь. Стреляю не в тисках, а на весу, что как бы косвенно уменьшает пробивную способность. Дерево вибрирует, поглощает. Мощность выстрела, тем не менее, можем убедиться, что щит у нас преодолели 3 пули из 4. Она, видимо, оказалась не очень качественной по исполнению. Плохо легла в канал ствола, и такая вещь получилась. Пули весили по полграмма. Ну, думаю, все наглядно. В следующий раз, может быть, найду потолще щит. Проведу тесты на меткость и тесты, наверное, все-таки на кучность. Хотя стрелок я не очень. Ну и в целом напишите в комментариях, нужны ли вам подобные колхозные тесты.